Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и гости нашего канала. Так, секунду, надо убрать мяч из рук, а то он меня отвлекает. И у меня радостная новость для вас. Я недавно нашел человека, которого потерял на целый год. И это мой брат-близнец, который, кажется, был в Арктике. И вот он. Всем привет. Итак, мы раньше путешествовали очень часто. Да? Да. Да ладно тебе, что ты скромничаешь? Разденься, ты сейчас не в Африке. Не в Австралии. Ты же не в Антарктике. Да я не смущаюсь. Ну ладно. В этом выпуске будет история, которая приключилась с нами однажды, когда мы часто путешествовали. Дело было лето. Мы с Даней были в аквапарках и катались на разных горках. Стоп! А хотите, я вам покажу фокус? Сейчас у меня в руке появится музыкальная свечка. Опа! Так, стоп. Музыка оф. Выключилась. Так, давайте... Подождите. А почему она без огня? Свечки без огня. Ну-ка, подожжем ее. Вот такие фокусы нас учили в Антарктике. Ладно, фокусы закончились, и мы вернемся к истории. И мы хотели покататься во всех горках, даже на тех, где ограничение было 18+. Но мы пробрались на ту здоровенную гору. Она была очень большой. Мы вроде даже на лифте поднимались. Съехал с горы с большой скоростью и был доволен. А оказалось, 18+ было потому, что было недостаточно возраста. И пока я скатывался с горки, я скатывался в разных позах, и у меня плавки слетели. Я очень долго смеялся над этим. Ничего смешного, представь себя на моем месте тогда. Я возненавидел лето, разные эти аквапарки и свалил в Антарктику. И после того он очень сильно расстроился и решил, что больше никогда не будет купаться. Но сейчас он приехал и надеюсь, что он останется. Не. Ну а мы вам советуем подписаться на ZSS Channel и поставить лайк. Всем до свидания. А где Даня? А, точно, он ушел в магазин. Камера работает, так что я сниму свое видео. И для начала истории, чтобы было уютно, нужно зажечь эту свечку. Нет, Макс, я забыл выключить газ! Газ взорвался в итоге. Ой, что случилось, Макс? Я так сожалею об этом. Что мы теперь будем делать с моей комнатой?